Андрей Пименович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чего все-таки ожидать собственникам? Я знаю, что сегодня за основу берется кадастровая стоимость жилья, и поэтому исчисление налога будет совершенно иным. Совершенно верно. За период 2017 года исчисление налога на имущество физических лиц будет исходить из кадастровой стоимости по состоянию 1 января 2017 года. Есть определенная формула, установленная Налоговым кодексом Российской Федерации. В нее входит сумма налога, исчисленная из кадастровой стоимости, сумма налога, исчисленная из ранее исчисленной инвестиционной стоимости. Есть так называемые понижающие коэффициенты. На 2017 год это 0,2. Вот исходя из суммирования, вычитания, деления всех этих коэффициентов, складывается та сумма налога, которая придет к налогоплательщику за период 2017 года. Для большей наглядности давайте попробуем взять какой-то пример. Вопрос, конечно, немножко индивидуальный, потому что, исходя из технических характеристик объекта и так далее, в каждом случае эта стоимость будет, естественно, и сумма к уплате разная. Но если взять такой пример, скажем так, например, квартира 78 квадратных метров, кадастровая стоимость 4 миллиона 107 тысяч рублей, вычитается установленный вычет 20 квадратных метров, исходя из того, что ранее за 2016 год сумма налога к уплате, исходя из инвестиционной стоимости, была 914 рублей, сумма налога составит за 2017 год 1342 рубля. Есть такое понятие, как налоговые вычеты. Кому они положены? Они полагаются любому собственнику объекта недвижимости. Значит, если их разделить на критерии, 10 квадратных метров стоимость кадастровая вычитается в отношении комнаты, стоимость 20 квадратных метров вычитается из стоимости квартиры, и стоимость 50 квадратных метров вычитается из стоимости жилого дома. Как будет исчисляться земельный налог, если на земле, то есть на участке, есть капитальная постройка? Наличие объекта недвижимости на земельном участке никоим образом не изменяет порядок уплаты. То есть лицо, имеющее в собственности земельный участок, оплачивает земельный налог, ну и при этом имеющее на этом же земельном участке объект недвижимости уплачивает, соответственно, налог на имущество физических лиц. Если, конечно, нет каких-то льгот, вычетов, ну и так далее, которые можно применить. Скажите, пожалуйста, список льготников, он остался прежним? Льготы, они с прошлого периода практически не изменились. Они положены вот так вот вкратце, там довольно большой перечень. Многодетные семьи освобождаются и при наличии троих и более детей по состоянию на конец налогового периода. Хочу отметить самую большую категорию – это пенсионеры. Они имеют право на льготу в отношении одного объекта недвижимости по своему выбору.